В Ульяновской области в рамках национального проекта здравоохранения улучшается качество медицинского обслуживания не только городского населения, но и сельских жителей. В этом году в селе Новое Погорелово Корсунского района отремонтирован ФАП на сумму 2,5 миллиона рублей. Привели в порядок не только здание, но и отремонтировали котельную. По сегодняшним меркам Новое Погорелово – село большое. В населенном пункте живет и работает более 500 жителей. Всем им необходима комфортная среда проживания, которая благоустраивается за счет муниципальных, областных и федеральных программ. По одной из них недавно был отремонтирован Дом культуры. Очередь дошла до фельдшерско-акушерского пункта. По словам местных жителей, раньше ФАП представлял собой жалкое зрелище и требовал срочного ремонта. Мечта сельчан сбылась. Заменили трубы и электропроводку в старом здании, капитально отремонтировали кровлю и полы, поставили пластиковые окна. Каждый день светлый и уютный ФАП открывает свои двери для сотен пациентов. Изменения произошли прямо, скажем, фантастические и сказочные. То, что здесь было, здание, построенное в 90-х годах, было переделано на ФАП. Ну и, естественно, ремонта никакого не было, ну а в этом году мы живем очень хорошо. Девочкам очень хороший ремонт сделали, прям сказочные изменения у нас случились. Теперь в фельдшерском пункте чисто и уютно не только летом, но и зимой. Комфортную температуру для всех медицинских процедур поддерживает новая отопительная система. Здесь обслуживается 590 человек, жителей, из них 141 ребенок, это достаточно большое число. Замена полностью отопительной системы ведет к тому, что на территории ФАПа будет тепло и уютно любому пациенту. Только за последние два года в селах Ульяновской области построено 16 новых модульных ФАПов. Закуплено два передвижных пункта в Никольскую и Базарно-Сызганскую больницы. Практически 1,5 миллиарда рублей в доходную часть бюджета мы снова добавляем уже в этом году третий раз. Это говорит о том, что бюджет выполняется, предприятия основные работают стабильно, налоги поступают в областной бюджет, и федеральная помощь продолжает по графику поступать, значит, в региональный бюджет. Это замечательно. Напомним, региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения будет реализован в России до 2024 года. В Ульяновской области к 2021 году должны построить еще 12 модульных зданий, закупить 12 мобильных ФАПов и 11 диагностических комплексов. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов. Новости Управды ТВ.